Здравствуйте! Вы на канале Булочка ТВ. С каждым днем все ближе Рождество и Новый год. И в нашем городке полным ходом идут приготовления к праздникам. Предлагаем вам посмотреть. Рождественская елка, украшенная игрушками, гирляндами, это традиционный атрибут празднования Рождества во многих странах мира. Вот такую пушистую красавицу у нас установили на радость всем детишкам. А это сказочные сани французского Деда Мороза. Здесь же находится почтовый ящик, куда можно опустить письмо для Пэра Ноэля, Деда Мороза. А это в миниатюре рождественская деревня. Настоящая сказка, ни один ребенок не может пройти мимо. Да и взрослые задерживаются здесь подолгу, рассматривая это чудо. В преддверии праздников хочется всем пожелать здоровья, счастья, благополучия, радости и интересных событий. Пусть ваши самые сокровенные мечты обязательно исполнятся. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.
До новых встреч. Всем пока.